Про секрет. Да. Ну давай, рассказывай. Это то, что я сказал уже, душевное настроение и так далее. Не доделывай до конца? Да, это любовь. Любовь надо вкладывать. Вот. Везде щепотка любви. Да, пока курица готовится, да. Будем рядом делать салат. Салат кнор? Да. Самые мои, одни из любимых. Надо соус будет сделать. Кунжут обжарить. На свеклу кунжут. Кунжутные семечки. Да, давай дальше. Соус для салата. Пьем песто. Песто уже, это я сам вчера сделал. Базилик, орехи, оливковое масло, земляные орехи. И чуть-чуть пармезан сыр. Если дома нет, можно просто зеленые травы, всякие разные, из петрушки, укропа, не знаю, кинзы и так далее. Я еще оливковое масло добавлю, нам будет летний вариант. Так. И можем уже ложить курицы. Я всем этим блюдом требуется очень жаркий огонь. А масла там не очень много. Насколько я помню, основная часть блюд азиатской кухни достаточно большое количество масла готовится. А ты используешь мало. Почему? Ну, мало, потому что наш рынок требует что-то другое. Ясно. Чуть-чуть. Ноу-хау. Здесь требуется обязательно. Что? И перец? Обязательно перец. Перец, четыре разных вида. Да? Белый, черный, розовый и какой-то еще. Зеленый. Зеленый. От компании La Planta. Надеюсь, у каждого из вас есть под рукой такие клевые, очень удобные штуки. В баночке. В выручалочке. Так, закончим быстренько соус. Чуть-чуть орехи тоже. Руками все люблю дробить, чтобы было большим кусками. Чтобы освежить, мы сделаем, тоже возьмем свеженький наш базилик. И можем соус из чили, соевый. Чили. Мед обязательно, пожалуйста. Соевый, мед. Сколько? Ну, где-то на 3 порции получится 100 грамм. Будет такое остренькое блюдо достаточно, да? Или не нет. Очень? Нет. Нет? Мягенькое? Да, я буду мед. Это очень хорошо. Много. И все-таки, мне кажется, кое-чего твоему блюду не хватает. И скажи, что? Его необходимо подать с хорошим вином. Как ты к вину относишься? Очень хорошо. Я думаю, что сюда подойдет, знаешь, какое вино? Белое. The Oceans Sommelier Chardonnay из Южной Африки. Ой. Вон оно у нас там стоит на полочке. Это вино, Янис, рождается в месте, где сливаются два океана, по-другому не сказать, соединяются. Индийский с его теплыми, обволакивающими ветрами и атлантический с холодными бризами. Это соединение рождает неповторимый климат, в результате которого и благодаря которому виноград созревает медленно. И вино, которое из этого винограда получают, ну, обретая такой вот неповторимый, знаешь, фруктовый, насыщенный, яркий вкус. И наш песто с орешками и с базиликом. Да. Ой, слушайте, запах потрясающий совершенно. Обязательно. Запах. Чуть-чуть свежий перец надо обязательно. Очень... Черный? Черный сейчас ставим. Давай. Очень прекрасно придумали, когда можно сразу брать и подпиткать, не надо. Умные люди работают в компании, понимаешь? Просто апельсиновый сок. Да, мы раньше можем уже ложиться. Десерт после еще отдыхать. Да? Да, первый я буду ложить обязательно нашу курицу. И потом будем рядом ложить салат. Я обязательно, чтобы соус тоже попал. Можешь помочь мне с пармезан сыром? Часто. Посыпать сверху? Да, салатами. Салат посыпать? Да. Все? Ну, красота? Мята? И обязательно, чтобы жарили. Кончить. Просто, как дома. От души и сердца. Я надеюсь, вот вы все так дома делаете красиво. Ну что, идем к столу? Ну, идем. Скажи мне, пожалуйста,